как революционер Григорий Зиновьев опозорился перед расстрелом. 1936 год в политическом плане ознаменовался разгромом так называемых троцкистов. Один из лидеров объединенной оппозиции Григорий Зиновьев был расстрелян в ночь на 26 августа в здании военной коллегии Верховного суда. Зиновьев, некогда сам посылавший на казнь врагов и прозванный за это отцом террора, умолял о пощаде. Он целовал сапоги чекистов и до последнего надеялся переломить судьбу. Бога ради, позвоните Иосифу Виссарионовичу. Иосиф Виссарионович обещал сохранить нам жизнь, кричал вчерашний вождь. Когда же Зиновьев понял, что его усилия тщетны, то буквально оцепенел от страха, за что его упрекнул соратник Каменев. «Перестаньте, Григорий, умрем достойно».